Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с творчеством художников. Джордж Уильям Джой, ирландский художник из Лондона. Родился 7 июля 1844 года. Был сыном доктора медицины и братом скульптора Альберта Брюс Джоя, потомков старинной гугенотской семьи, которая поселилась в Антриме в 1612 году. Изначально ему предназначалась военная служба, и он также был опытным скрипачом. После травмы ноги в молодом возрасте его отец объявил его непригодным к военной службе. Затем Джой получил образование в школе Харроу и в конечном итоге сделал карьеру художника. Учился в Лондонской школе искусств Южного Кенсингтона, а затем в Королевской академии у Джона Эверетта Милли, Фредерика Лейтона и Джорджа Уотса. Среди его сокурсников был Хьюберт фон Херкомер. В 1868 году Джой отправился в Париж, где в течение 2 лет был учеником Шарль-Франсуа Жалобера и Леона Бон. Вернувшись в Лондон, Джой зарекомендовал себя как художник, занимающийся историей и жанром, и стал частым экспонентом Королевской академии, салоне французских художников и Королевской хибернианской академии. Стал членом Королевского института художников Маслоу в 1895 году. Я цитирую Википедию. Был известен как меткий стрелок. Оба его сына были убиты в 1915 году во время Первой мировой войны. Картины Джоя затрагивали самые различные темы, от строго исторических до религиозных и аллегорических. Также он писал портреты. Его стремление к совершенным женским формам необычно смелы для Англии и отсылает к французской классической традиции Энгра и Жо де Тиазон. Он был, пожалуй, наиболее известен своим изображением героизма на картине под названием «Смерть генерала Гордона». Одна из самых запоминающихся его картин — Жанна д'Арк, «Охраняемый во сне ангел», находится в Музее изящных искусств в Руане. Умер 8 августа 1936 года в Урбруке, Хэмпшир, Англия. Ну вот так вкратце из переводной Википедии о ирландском художнике Джордж Уильям Джой. Пока-пока, до свидания.